Я снова поднимался наверх, в холодные и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада. Опускай лестницу! Дайсер, сраные летучие мыши! Давай-давай, шнель! Идем один за другим! Тут все обледенело, так что поаккуратнее! У вас все оборудование при себе, шахтер! Если мне придется возвращаться за ним обратно, я сломаю вам нос! Конечно, конечно, господин офицер, я ничего не забыл! Полис, Полис, говорят, дети подземелья. Если вы слышите это сообщение, наша станция пала и захвачена мутантами. Тот, кто отправляет этот сигнал, последний выживший. Все, кто прикрывал эвакуирующихся гражданских, погибли. Вы должны обрушить туннели. Гермозатвор не задержит их надолго. Это был командир Максим Комаров. Конец сеанса. Связи. У нас есть жертвы! Это еще там кто? Вражеский шпион! Не дайте ему сбежать! У нас есть жертвы! Теперь мне было ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть.
что так долго? И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к Полису. Как семья? По папе скучают. Твоя-то как? Да откуда мне знать? Я их уже месяц не видел. А теперь мы тут застряли. Что? Все на задле. Ржавая хрена, загадка. Хана всему. Приставь к нему охрану. Вот тебе что, даже гражданских не жалко? Поздно жалеть. Пора бы уже привыкнуть.
Слышал раньше историю о метро 2 и невидимых наблюдателях? Нет. Но почему они не хотят, чтобы простые люди о них знали? Метро 2 – убежище советских богов на время Рагнарока, если силы зла одержат верх. Наш обычный метро – для стада. Метро 2 – для пастухов и их псов. В начале начал, когда пастухи не утратили еще власти над стадом, они правили оттуда. Но потом всякое... Только один. Гаси, ублюдка! Артём, братишка, ты это сделал! Залезай сюда и передохни. Скоро мы будем в полисе. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое, что-то страшное. Страх. Мы слабы. Мы умрем. Ужас. Это конец. Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо свое, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Беги, Артём, беги! Мы желаем помочь. Мир. Мы хотим мира. Но это ведь единственный выход. Что мы потом будем делать?